Ленар, поздравляем вас с победой. Для нас неожиданно крупная победа СКА. В чем вам видится причина такого разгромного счета? Да не знали, не знаем. Выполнили, в принципе, установку тренера, наверное, и голы. Но откровенно тоже были сегодня такие... Ну, залетало, в принципе. И не могу сказать, что много не реализовывали моментов. Как бы моменты были, мы реализовывали хорошо. Дело в реализации, наверное. Акбарс чем-то сегодня удивил, может быть, тем, что немножко пассивно в атаке действовал, может быть, тем, что... Да, они всегда так играют, что в откат, как бы, знали, как они будут играть. Третий период без шайб обошелся. Была установка на то, чтобы все, играем спокойно в свой хоккей и не форсируем события? Ну, спокойно и построже, и постараться там отработать какие-то в обороне игру свою, ну, потому что... Акбарс тоже хотел, наверное, там еще забивать, там и отыграться хотел. Но старались все-таки построже сыграть. Несмотря на пропущенную шайбу, очень классная игра в обороне. Было ощущение, что действительно хороший матч в этом смысле проводить? Да, ну, наверное, не идеально. Все равно моменты были около наших ворот. Как бы есть над чем работать. Владислав Семин очередную игру проводит за основной состав и получает довольно игрового времени. Как вы с ним общаетесь, как вообще он вливается в компанию защитников основного состава команды СКА? Да, отличный парень, у нас каждый год все кого-то подтягивают, так из молодых. Хороший парень, перспективный игрок, как говорят. Не знаю, будет работать, и, наверное, будущее у него будет светлое.